Дорогие друзья, мы вам очень признательны, что вы посетили сегодня наше мероприятие, которое называется Wedding Secrets – свадебные тайны. Бранч с Юлией Миловановой и Еленой Борисовой. Многим интересно, а многих даже, наверное, и мучают вопросы, связанные со свадебным днем, а именно с утром невесты. Самые востребованные, самые популярные свадебные стилисты Севастополя. Обладатели премий «Лидер года» 2015 и 2016 годов. Юлия Милованова и Елена Борисова. Добрый день, меня зовут Дарья. Сегодня было прекрасное мероприятие, и сейчас оно продолжается. Оно невероятно позитивное, невероятно душевное, поэтому удачи, успехов и ждем еще следующих бранчей. Огромная благодарность девочкам, конечно, Еленочке и Юле, которые стали единственными первыми в Крыму и, я думаю, в Севастополе. Это всегда сложно, первыми всегда быть сложно. Здравствуйте, меня зовут Дианелла Милославская, я участница проекта «Утро невесты». В квартире, когда мы собирались, была вечная суета, все друг другу мешали, естественно, я на себе прочувствовала всю нервную обстановку. А вот когда мы собирались в апартаментах, все комфортно, светло, романтическое настроение, команда поддерживает этот боевой дух, настрой. Все очень здорово и классно, поэтому делайте свой выбор. Сын мой женится, и привела меня сюда моя новоиспеченная невестка, которая вот-вот станет невестой. Масса полезной информации. Я считаю, что организаторы не ошиблись. Они одним выстрелом, одним ударом, они застрелили буквально всех зайцев сразу. Потому что действительно девочки делают вывод, что свадьбу нужно организовывать, при этом брать себе в организаторы профессионалов и брать их действительно командой. Благодаря хорошей команде, хорошим сплоченным людям и ведущему мы хорошо подготовились к этому мероприятию. Мы понимали и знали, что все пройдет круто. Но сегодняшний эмоциональный настрой, улыбки наших невест, горящие глаза говорит нам о том, что мы попали в точку! Мы ведем нашу трансляцию Северного полюса. У нас прохладно, но эмоции очень горячие, яркие. Информация на самом деле для меня интересная и полезная, и на уровне того, что я знаю про свадьбу, и на уровне того, что знают профессионалы, это очень правильная культура, которая должна развиваться. У нас очень любят свадьбы, очень любят их праздновать, но праздновать красиво мало кому удается.